Межрегиональные молодежные встречи проходят в Иванове в преддверии Дня города. Ребята из разных уголков России собрались для обмена опытом. Гости признаются, что ехали в город текстиля и невест, а на месте выяснилось, что Иваново еще и город студентов. На первом пленарном заседании обсудили молодежную политику, добровольческую деятельность в России, проекты Росмолодежи. В субботу гости ближе познакомятся с областным центром и увидят, как ивановцы празднуют День города. У нас фишечка на День города – это обычно плохая погода. Вот. Но каждый год что-то разное, что-то новое. Все зависит, все упирается в погоду. У нас дело в том, что День города традиционно отмечается осенью. Вот. И здесь уже приходится отталкиваться от климатических условий. Но так это выступления, артисты, ну и каждый год какие-то интересные вещи, конкурсы.